Привет, мой друг! Это Дава Дым, и сейчас мы находимся в локации Detailing Lounge. Что у нас сегодня здесь будет? Здесь у нас будет первый выпуск новых обзоров, нового формата обзоров под названием «6 злобных кальянчиков». Что мы будем делать? Мы забьем 5 кальянов, ребята сядут и будут прокуривать 5 вкусов определенного бренда. Никто из них не будет знать, что за вкусы они курят. Они не будут знать, что за бренды они курят. И, конечно же, это нам даст максимальное честное мнение о данном продукте. И, посмотря это видео, ты сможешь понять, стоит его покупать или нет. Потому что здесь не будет моего мнения. Здесь будет мнение 6 разных человек. Кто-то из них амбассадор бренда, кто-то из них кальянщик, кто-то из них домашний кальянщик. А кто-то из них профессиональный кальянщик с огромным стажем. Мы, конечно же, все это узнаем уже в этом выпуске. Ну что, ребят, прокур у нас уже идет полным ходом. Ребята не понимают, что это за бренд. Ребята пытаются догадаться, но я им объяснил, что здесь главная суть не угадать бренд, не угадать вкусы, а примерно понять, что это за табак, как он курится, какие у него есть плюсы, какие у него есть минусы, и дать какую-то экспертную оценочку, что сейчас буквально через пару секунд уже и будет. А каждого интервьюера мы будем сажать отдельно, и он будет излагать свою мысль о данном продукте. Нравится он ему, не нравится. В чем его плюсы этого продукта, в чем его минусы. И я напомню, что это максимально честно. Ребят, также я об этом предупредил, что можете излагать как хотите, можно материться, можно многие вещи говорить как есть. Так что я жду от вас лайков, потому что это первый выпуск, пробный. Здесь есть много ошибок, мы это понимаем. Но в следующем выпуске мы это уже исправим. Так что, ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы начинаем. Всем привет! В общем, по табаку могу сказать, мнение у меня сложилось на нем нейтральное. Прокуривать табак лучше все-таки на двух углях, чем на трех, потому что на трех углях теряется немножко вкус. Чтобы почувствовать всю эту насыщенность, лучше все-таки его курить на двух углях. Вкус, могу сказать, не совсем уж и насыщенный, но по дымности все отлично у кальяна, как лично мое мнение. Вкусом в целом, как бы, мне показалось, что там где-то забиты цитрусы, где-то что-то похожее на глинтвейн. Эти были вкусы более насыщенные. А табак, который был со свежестью, не раскрыл своего вкуса. Слишком много со самой свежести было добавлено. И поэтому вкус сам по себе как не раскрылся. А так, в целом, как бы, думаю, данное производство найдет своих покупателей и будет сам по себе как ходовой продукт. Ребят, всем привет. Я попытаюсь рассудить больше с точки зрения рядового гостя. Вот. В целом, что могу сказать, что какого-то вау-эффекта от продукта я не получил, но я не могу сказать, что он мне не понравился. Из плюсов я могу выделить то, что он довольно, даже не довольно, он хорошо держит жар, не слишком перенасыщенная ароматика, спокойное, мягкое курение. Для тех, кто курит легкое, он вполне себе зайдет. Вот, и в целом я считаю, что продукт получился довольно удачным. Всем привет! Сейчас мы находимся в Detailing Lounge, прокуриваем, участвуем в прокуре в новом формате Adawi. Это прикольно, это интересно. Продукт довольно-таки легкий, по вкусовщине максимально непонятно, химозненько, большая часть с холодком. Я ставлю свою, скажем так, точку зрения, то, что это какая-то Турция, легкий сегмент. Больше у меня мнений нету. Единственное, что получилось угадать, это какое-то кола с чем-то, опять же, с холодком. Вот. Ну, продукт так себе, на самом деле, не особо интересен для меня. Курится он вполне неплохо, дымный, да.
жаростойкость у него хорошая, по погреву 2 минуты можно уже и раскуривать. Вкусы яркие, но слишком перенасыщен холодком, вот это вот у него минус. Ну, вкусы есть интересные, некоторые сомнительные, есть что-то схожее на ягоды там, но непонятно, что это. Итак, проведя, грубо говоря, слепую дегустацию, впечатления сложились сугубо негативные. Я уверен, что любители найдутся, как и на любой продукт есть свой покупатель. Но, тем не менее, у меня лично сложились негативные впечатления о продукте. И по вкусу, по крепости, по дымности, скорее всего, сырье было достаточно дешевым. Мне показалось, буквально у всех 5 кальянов достаточно неприятный кислый привкус на фоне. Моя оценка 2 из 5. Вполне возможно, табак найдет своего покупателя, потребителя. Возможно, кому-то понравится, но не мне. Всем привет! Не знаю, что это был за продукт, но по вкусу интересно, но кажется, что это продукт из низкого ценового сегмента. Если смотреть в сторону магазинов, то, думаю, люди будут его покупать, потому что сейчас конкуренция не слишком большая. Мне кажется, это вкусно, дымно, насыщенно, но для своего потребителя, который курит что-то подешевле. Каждый найдет что-то свое, думаю, вам понравится. Те, кто курит, легенькое и не слишком дорогое. По дымности все окей. Вкуса немножко не хватило. Есть табаки из этой же крепости, но более насыщенные, более вкусные. Но, думаю, они стоят дороже. Ну что, ребят, спасибо, что приняли участие в первом выпуске. Это выпуск пилотный. Сегодня я понял, какие вещи нужно исправить. Наш бренд, который сегодня был первым в данном выпуске, это компания GBR. Все знают, турецкий табак реально очень легкий, как говорится, любят турки подымнее. При этом табак хорошо продается в больших городах. Почему? Потому что низкий ценовой сегмент, соответственно, выше продажи данного продукта, ибо времена у нас плохие. Но при этом всем продукт остается более чем достойный, его можно курить. Я вам специально задавал эти вопросы. Готовы ли вы курить табак GBR? Если прям вот у вас нет ничего супер премиального, супер крепкого. Большая проблема заключается в чем еще? Любители здесь покурить у нас покрепче. Мнение не подкупишь. Есть подарки от компании GBR, я вам сейчас их раздам, как-нибудь их поделим. Подарочки прикольные, не всем, правда, достанутся именно какие-то комплекты, но мы это сейчас все дружненько раздербаним, за что огромное спасибо компании GBR, за то, что прислала нам какие-то подарочки. Все, ребятки, всем спасибо!